Сергей Зверев поделился с подписчиками трогательным видео, артист выпустил клип в память об Иосифе Кобзоне. Фрагмент ролика появился на странице Зверева в Инстаграм. Полную версию можно посмотреть на его YouTube. Гороскоп на 6 июля, Стрельцы, стройте планы. В клипе на песню «Вселенная» собраны архивные видеозаписи из жизни Кобзона, также есть фрагменты из совместной со Зверевым работы в студии звукозаписи. Как пояснил звездный стилист, клип был создан с благословения вдовы певца Нелли Кобзон. «Память Иосифа Давыдовича Кобзона посвящается», — добавил Сергей Зверев. В комментариях подписчики артиста выразили ему благодарность за теплое воспоминание о великом Кобзоне. Ранее 5dfistv.ru рассказывал о том, что вдова Кобзона рассказала его ученикам о своей радости.